Rainbow Six – Вегас. Говорят, американский город Лас-Вегас является одним из самых чудесных мест на Земле. В этом раю каждый второй миллионер, а каждый третий может стать им через пару минут. Еще говорят, что каждый четвертый там замышляет ограбление века, а каждый пятый его уже совершил. В третьем квартале нынешнего года в Лас-Вегас отправится команда спецназа Rainbow Six. Намерения у бравых вояк самые светлые и чистые. Они будут бороться с гидрой мирового терроризма и спасать жизни мирных граждан. Новая «Радуга» первым делом выйдет на консолях нового поколения и персональных компьютерах, и только потом на устаревающих системах. Разработчики грозятся в очередной раз перевернуть с ног на голову жанр тактических шутеров. Первым делом они упирают на то, что в игре станет еще больше тактики. Благодаря возможностям современных платформ будет значительно улучшена не только графика, но и уровень искусственного интеллекта. А это значит, что одиночкам, предпочитающим корчить из себя «Терминатора» или «Рэмбо», тут ловить нечего. Впрочем, Rainbow Six никогда особо не жаловал любителей тупо давить на гашетку. Бездумным шутером оказался лишь Lockdown. Основной упор, как и всегда, делается на командные действия. Появится возможность указывать напарникам, кого из террористов надо уничтожать в первую очередь. Это позволит быстро и без потерь штурмовать здание. Общение с коллегами и грамотная раздача приказов – залог успеха любой операции. Сильно расширится и ассортимент возможных действий. Спецназовцы научатся десантироваться с вертолета, штурмовать комнаты через окна, вести шквальный огонь из-за угла и даже навинчивать и снимать глушитель с оружия прямо во время миссии. Над визуальной составляющей разработчики трудятся в поте лица. Хороша не только графика, но и анимация всех без исключения персонажей. Приглашенные из Голливуда мастера хореографии отрежиссируют движения спецназовцев, заложников и террористов, так чтобы каждое, даже самое незначительное действие выглядело как в реальной жизни. В заключение отметим, что в Rainbow Six будут воссозданы главные улицы самого большого города-казино на планете.